Ведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган готовятся к рождению ребенка. Российские СМИ утверждают, что 34-летняя Ксения Собчак беременна первенцем. Поводом для таких слухов стало открытие выставки художника Льва Бакста в Московском музее имени Пушкина, которое посетила светская львица. Там-то журналисты и заметили округлившийся животик Ксении. Но сама Собчак никак не прокомментировала данные наблюдения, акул пера. Отметим, ранее жена Максима Виторгана не раз утверждала, что пока не горит желанием становиться матерью. «Я не хочу не иметь детей в 60 лет. Сейчас я не понимаю, зачем они мне. Но я понимаю, что мне 33 года. И природа распорядилась таким образом, что этот вопрос мне надо как-то решить до 40 лет. Чем раньше, тем лучше», — рассказала ведущая во время эфира на радио «Свобода».